И снова здравствуйте, Blender 2.8, погнали рассмотрим, как здесь можно рисовать, что может дать нам именно вот эта вот функция для рисования персонажей перед лепкой, как там, что происходит, погнали. Убираем окошко, левая кнопка мыши, щелчок на свободном окне, следом заходим в файл, находим новый, находим 2D анимацию. Сейчас все это дело подгрузится и будем рассматривать. Вот высвечивается вот такое окно. Это рисование стоит. И здесь уже можно вот так вот рисовать своего персонажа, допустим. Потом раскрашивать. Здесь стиралки, вся фишка нужная для именно рисования. Сейчас убираем все это дело. И что еще здесь можно сделать? Заходим в объектный режим. И находим Shift-A, нажимаем и находим Crease Pencil вот эту. И находим вот эту обезьянку. Она здесь есть также как модель для скульптинга. И вот такая она нарисованная. Рассмотрим объекты, что здесь можно делать. Есть режим редактирования. Жмем B, выделяем ухо и здесь можно его редактировать. Нажав, допустим, английскую R ротацию, можно его выкручивать. G можно его перемещать, вытягивать. Что еще? S можно увеличивать. Вот так вот. Вот такая штука есть. Следом, ну опять же здесь функционал, там перетягивание, можно использовать вот эти все функции. В принципе, вы их можете сами, вот ротация, scale, увеличение, transform, в принципе то же самое. Сняв выделение, теперь можно зайти в режим скульптинга. И вот здесь есть кисточки, и можно здесь что-то где-то пролепить. Опять же, здесь есть камера. Вот она находится. И площадь белая. Это вот можно здесь снимать мультфильмы. Делать свою анимацию. Вот таким вот образом. Все это дело мы потом рассмотрим. Вытягивание, где-то здесь сглаживание, вот так вот все это дело делается, разные кисточки, все прикольно, можно рисовать и скульптить. Ну и опять же рисование, можно что-то добавлять, использовать заливку, использовать функционал, вот именно кривые, ровные, кривые, сглаженные. Вот так все это дело можно здесь перекручивать, какие-то линии. Короче, тем, кто рисует, здесь будет комфортно. Давайте разберемся теперь, как это все дело происходит именно в ZBrush. Погнали. И вот ZBrush 2019, как можно рисовать здесь. Давайте рассмотрим. Заходим в документы и находим вот это Paint Stop. Нажимаем, и вот высвечивается вот такая вот клавиша. Ждем, сейчас все загрузится, и можно тут тоже рисовать. Но в отличие от Blender, анимацию здесь делать нельзя. Здесь просто можно сделать, нарисовать своего персонажа, а потом его подставить типа в референции или еще куда-нибудь на задний план и лепить уже смотря на него. Здесь есть вот больше функций рисования, pencil, пастель, вот все тут можно разукрашивать, вот так все можно рисовать, также можно здесь переключаться блок, flow, вот таким вот больше ставить и так далее. Тут есть и кисточки, здесь есть файл, можно это все сюда экспортировать, можно экспортировать вот картинку, можно выйти Exit Paint Stop и так далее. Ссылку полностью на этот ролик кину под видео. Все, всем пока, до свидания.